Вестник Северодвинска о спорте. Бежали на перегонки и боролись за баскетбольный мяч. Почти 3000 школьников одновременно поменяли парты на стадионы. Сегодня во всех образовательных учреждениях города прошел День спорта. Победителей ждали денежные призы, а кому-то в этот день досталась новенькая спортивная площадка. Подробности у Елены Подольской. Внимание! Марш! Новый стадион 20-й школы сегодня стал центральной площадкой для юных спортсменов. Традиционный день физкультуры прошел в образовательных учреждениях города. Только здесь собралось около 600 участников и болельщиков. Мероприятие прошло на 5 спортивных площадках школ 5, 9, 16, 20 и 29. Эту построили как раз к новому учебному году на средства городского бюджета. Потратили около 4 миллионов рублей. На вот площадку построили, у нас каждый вечер площадка пустой не бывает. Здесь каждый вечер очень большое количество детей. И вот когда выходишь и смотришь на это, ну вот понимаешь, что ну, все это очень здорово, все, что делается в этом отношении в городе. Здесь сегодня соревнуются команды из 5 школ. Для младших и средних классов – эстафета, для ребят постарше – стритбол. В беге на перегонки победили хозяева площадки 20-я школа. Счастливы? Да! И оцените своих соперников. Ну, они были хорошие. Да. Тоже видно, что хорошо бегают. Да, и готовились тоже, видимо, долго. Какой приз? Покажите. Вот, денежный. Победителям денежные призы за первое место 800 рублей, за второе 700, третье 500. А вот в стритболе и среди девушек, и среди юношей лучше оказалась подготовка у 14-й гимназии. На других спортивных площадках отличились команды 2-й, 5-й, 6-й, 21-й, 28-й и 30-й школ, а также 31-я и 8-я гимназия, 1-я прогимназия, кадетская школа и 17-й лицей. Ну, спорт сейчас как бы все начинает опускать свои планки. Да, потому что люди все время начинают больше курить, больше пить. Так что надо вот такие спартакиады проводить почаще, чтобы поддерживать наш уровень. Велосипедный спорт, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, лыжный спорт, настольный теннис, стрельба, гимнастика. Сегодня ребятам доступны многие виды спорта. И традиционный день здоровья – повод показать физическую подготовку и помериться силами с соперниками из соседних школ. Елена Подольская, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.